Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю всех со 101-й годовщиной Ленинского комсомола. Сегодня в Бурятском региональном отделении КПРФ в Рискоме состоится конкурс чтецов. Будут представлены стихи различных авторов, но по одной теме. Теме истории нашей страны, великого нашего прошлого, истории комсомола, истории людей, которые отстояли нашу страну, вышли в космос, осваивали целину и везде в этом участвовали комсомольцы. Вот об этом великом времени, о нашем великом прошлом будет сегодня идти речь в стихах и, возможно, наших нынешних комсомольцев. Я подготовил лично 3 стихотворения и думаю, вот сейчас, которое из них продекламировать. Одно из них о люди Кузнецка, о Кузнецкострое. Владимир Владимирович Маяковский написал его в 1929 году. И оно по сей день, это стихотворение, актуально. Я думаю, это, наверное, одно из лучших его произведений. По небу тучи бегают, дождями сумрак сжат, под старую телегою рабочие лежат. И слышит шепот гордый, вода и пот и над, через 4 года здесь будет город-сад. Темно свинцово ночи, и дождик толст, как жгут. Сидят в потьмах рабочие, сидят, лучину жгут. Сливеют губы с холода, но губы шепчут Влад. Через 4 года здесь будет город-сад. Свела промозглость корчью, неважен мокр уют. Сидят в потьмах рабочие, подмокший хлеб жуют. Но шепот громче голода, он кроет капель спад. Через 4 года здесь будет город-сад. Здесь взрывы закудахтают в разгон медвежий банд. И взроет недра шахтою 100-угольный гигант. Здесь стройки станут стенами, гудками пар сипи. Мы в 1000 солнц мартенами воспламеним Сибирь. Здесь дом дадут хороший нам, и ситный, без пайка, аж за Байкал попятится отброшенная тайга. Рос шепоток рабочего над темью тучных стад, а дальше неразборчиво, лишь слышно город-сад. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть.